В Южно-Сахалинске стартовали соревнования по художественной гимнастике «Виктория». Их посвятили Дню Победы. Участие принимают спортсменки из Корсакова, Анивы, Южно-Сахалинска. В течение 3 дней юные гимнастки будут демонстрировать свои навыки в индивидуальных и групповых упражнениях. На базе учебно-тренировочного центра «Восток» собрались воспитанницы областных спортивных школ. Самым юным спортсменкам всего по 5 лет. Большинство девочек участвуют в региональных стартах впервые. Перед тем, как попасть на областные соревнования, юные художницы прошли городские контрольные тренировки. Затем в областной столице они показали себя в групповых упражнениях с предметом и без него, а также выступили в индивидуальных программах. Это официальные спортивные соревнования «Виктория», посвященные именно Дню Победе в Великой Отечественной войне, о чем мы должны помнить, мы должны гордиться, должны напоминать нашему маленькому поколению, нашим маленьким детям об этих событиях, чтобы это оставалось в памяти и переходило как бы дальше и дальше. Помимо патриотических стартов, основное спортивное мероприятие – соревнование на открытый кубок Сахалинской области, где более опытные спортсменки борются за место в региональной сборной. Основной этот старт для взрослых детей, потому что это являются у нас рейтинговыми соревнованиями, и для наших всех девочек идет основная задача – это попасть в шестерку в каждом возрасте для того, чтобы получить свои рейтинговые очки и чтобы иметь право быть членом сборной команды Сахалинской области в 2024 году. По итогам стартов спортсменкам начислят рейтинговые очки, которые помогут им попасть в сборную Сахалинской области, а также позволят принять участие во всероссийских соревнованиях. Они состоятся этой осенью. Наталья Полчаева, Руслан Ширяев, Илья Назаров, Солнце ТВ.